Это калибровочный кран с диаметром цевки 16 мм. Вот. В основном такие диаметры применяются в использовании на производстве, где идет кишечная переработка КРС. Вот. Вот такие вот. Получили 12 кранов. Краны. Эти краны мы отгрузим. Если вам необходимы такие же, или, может быть, например, вот эта вот цевка не 16 мм, а 12. Если вам нужен меньше диаметр, пожалуйста, обращайтесь. Мы тоже вам с удовольствием поставим такие краны калибровочные. Компания «Агроконтинент» производит такие краны. Поэтому, пожалуйста, будем рады принять от вас заказ и быстро вам поставим такое качественное оборудование для кишечного цеха для переработки. Вот здесь у нас 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 кранов. Это мы отгружаем завтра. Еще останется на складе 4 крана с диаметром 16 мм. Пожалуйста, обращайтесь, звоните. Агроконтинент.ру в браузере или просто в Яндексе. Агроконтинент, Москва. Спасибо, пожалуйста, обращайтесь.